Получил человек благодать, да, ему сейчас легко, хорошо, радостно. Так все красиво. А потом бах, и все становится еще хуже, чем было. И в какой-то момент ты можешь просто испугаться этой благодати, потому что тебе будет еще больнее. Так, может быть, и не надо. Потому что, ну что ж, дальше идти вперед ко Христу, да, еще дальше. Ты же будешь видеть свое безобразие, ты же ничего не увидишь в себе, картинку, понимаете, с выставки. Ты будешь видеть, какой ты эгоист, какой ты вообще мерзавец, какой ты вообще. И надо это понести без отчаяния, без уныния. Надо смириться. Надо смириться. Надо поверить, что любви Божией больше, чем у меня моих грехов, что любовь Божия меня может сделать чадом Авраама. Даже камень моего сердца растопит. Что я могу послужить моим ближним и дальним, и Богу через человека, если я этого хочу, если мне действительно это надо. А если мне это не надо, понимаете, то Бог насильно никого не заставляет. Он предлагает, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Он зовет. Он все сделал для того, чтобы мы вошли сегодня в рай. А мы блуждаем в пустыне греха. И ищем, как нам здесь устроиться. Да ничего ты не устроишь здесь. Ничего. Ничего. Если ты доверяешь Богу, иди за Ним до конца. И спасенна будет твоя бессмертная душа.